Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Жанна, рада видеть вас на своем канале. И сегодня я подготовила для вас обзор новиночки от компании Faberlic. Это парфюм, который называется Футурия. Я так понимаю, от слова «футур» по-французски, что означает «будущее». И заявлен он как созданный искусственным интеллектом в содружестве с парфюмером. Ну вот, когда я только услышала, что создано искусственным интеллектом, я очень скептически к этому отнеслась, потому что глубоко убеждена, что в сфере искусства, а я поддерживаю искусствоведов, которые парфюмерию относят к сфере искусства, никакой робот не сделает лучше, чем человек. Потому что человек вносит свою душу, так же, как музыкант вносит свою душу в произведение, которое он сочиняет, композитор, так же, как художник рисует картины, точно так же парфюмер делает парфюмы. И по своей работе я связана с музыкой и скажу, что никакая электронная музыка даже не достигла, даже не приблизилась к гению Баха, Бетховена, Моцарта, и Шуберта, и Шопена, и Рахманинова, и Чайковского, и не приблизится. И думаю, что также меня поддержат мои коллеги с художественной школы и в сфере актерского мастерства. Да, ребята, а как вы думаете, может ли робот сделать лучше, чем человек? И парфюмы, ведь великие дома парфюмерные Шанель, Ерлен, Диор, Ланком, их прославили парфюмеры, и имена которых золотыми буквами вписаны в истории парфюмов. Это и Эрнест Бо, и Эдмон Рудницко, и Жак Польш, и Жак Ерлен, и Оливье Креспо, и Морис Руссель, и Пьер Бурдон. И когда я узнала, что в этом парфюме душу будет вкладывать парфюмер Амандин Клер-Мари. Очень интересный парфюмер из Франции, поэтому мне стало интересно. Вообще девушка интересна тем, что она из семьи парфюмеров, у нее мама парфюмер, и сама она училась в Версале в школе парфюмерии, и учитель ее на протяжении 10 лет был Мишель Альмирак, очень известный французский парфюмер, и совместно с ним она создала 88 ароматов, среди которых «Ангел» Eau de Toilette для марки Mugler, «Body Mist» для Burberry и «MDCI» для марки MDCI, «Страсть кардинала», «Грех кардинала», «Пеше кардинале», очень нашумевший нишевый аромат, сегодня очень популярный, мега популярный. И сольная ее работа – это «Изя» для бренда Sisley. Поэтому, наверное, вот это что-то новое, да, то, что робот собрал какие-то синтетические ингредиенты, а скорее всего здесь будут молекулы, и выявил интерес у парфюмера вот к сотрудничеству с компанией Faberlic. Итак, что мне очень нравится в этом флакончике, очень красивая, да, коробочка, красиво открывается, вот так необычно, как откалывается, да, как что-то такое внеземное. Ну, красиво, ничего не скажешь. И очень мне нравится, что здесь написано имя парфюмера. Так делает марка Фредерик Маль. Да, с благодарностью к парфюмеру написано Амандин Мари. И написан доктор Нос. Это вот этот робот и комплекс, который входит в основу этого парфюма, который называется «Афория». Если честно, обыскала все. Вот Faberlic держит в секрете, что же входит в этот комплекс. Но написано, что он способствует повышению позитива. Ну, если так мы подумаем, что тут какие-то молекулы, да, и что способствует для позитива? Это либо цитрусовые, которых здесь нету, либо специевые. И вот тут, скорее всего, да, скорее всего, в этом комплексе есть специи, потому что они чувствуется то, что не заявлено в этой пирамидке альфакторной. Вот такой вот комплекс. И в основе еще заявлен кашмиран и стеллария. Такие красивые названия. Что же они означают? Кашмиран называют еще кашемир или кашемировое дерево или белое дерево. Это синтетическое соединение. Это молекула, которая по-разному будет звучать на разной коже. Поэтому, друзья, вот этот парфюм обязательно тестируйте не на блоттере бумажном, а именно со своего запястья.
И этот кашмиран может раскрыться как бетон после дождя для кого-то, может раскрыться как пергаментная бумага, а может раскрыться как дерево. Вот для меня лично на моей коже он именно раскрывается такой древесиной с вкраплениями фруктовости, мускусности, даже немножко такой яблоничности и с добавлением бальзамических каких-то специй. Вот так раскрывается кашемир на моей коже. Напишите, кто уже пробовал, как раскрылся вот этот кашемир. А кашемир называют, потому что он мягкий, вот это ощущение. Оно заполняет пространство, и мягкое такое, как кашемировый свитер. Парфюм молекулярный, поэтому, друзья, очень вы быстро этот аромат перестанете улавливать. Но шлейф от вас будет, на всю комнату он будет заполнять пространство, и окружающие будут чувствовать от вас этот шлейф, поэтому не переборщите. Напишите, как на вас раскрывается кашмиран. И третий составной компонент этого парфюма – стеллария. Стеллария в переводе «звезда», а на самом деле растение – звездчатка, семейство гвоздиковых. И опять-таки кашмиран, он усиливает вот эту пряность. И, скорее всего, еще раз я возвращаюсь, что в этой истории есть специи. Старт цитрусово-фруктовый, но он переходит в сердце очень-очень быстро. Вот буквально этот персик, ежевика и юзу, ну, только самое мгновение вы можете это ощутить. И вот идет это сердце, это кашмиран и стеллария, звездчатка, и вот этот комплекс из специй, и добавлена магнолия, гелиотроп и розовый перец. И шлейф теплый, пряный, сандал, сливочная ваниль и мускус. Он такой, знаете, действительно, как облачко вокруг вас. Теплое, сладкое, такой почти осязаемый. Вот почти осязаемый этот аромат. Скажу так, что он займет достойное место в парфюмерии Faberlic. Это ниша в парфюмерии Faberlic. Я достаточно хорошо отношусь к молекулам. Мне нравится, что молекулярные ароматы можно комбинировать, то есть добавлять тот аромат, который вам нравится. И вот такой, знаете, совершенно мой опыт, как я совместила этот аромат с парфюмом Ювиолен, ультрафиолет от Мориса Русселя, который на самом деле, хоть и в сиреневом флакончике, но такой зеленый, он травянистый, такой, как вот луговые цветы, трава, зелень, много зелени. И вот он становится сразу фиолетовый, наполненный, какой-то космический. И вот мне очень понравилась вот эта парочка, если мы вместе используем два аромата. Друзья, мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, как вам новый аромат, как он на вас раскрылся. Обязательно, еще раз напоминаю, тестируйте, желательно на коже. На коже, на запястье. И обязательно походите с ним, поспрашивайте впечатления окружающих на этот парфюм. Вот когда он вместе вот с этим, мой муж говорит, очень красиво звучит. Если видео мое было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, пользуйтесь ароматами, и пусть они добавляют счастья в вашу жизнь.